Сказать, что это событие было долгожданным для видновчан, не сказать ничего. Поздравить врачей Видновской стоматологической поликлиники с переездом в новое здание пришли представители Министерства здравоохранения Подмосковья, руководство администрации Ленинского округа и коллеги. Площадь нового здания более 1100 квадратных метров. И если раньше медики могли принять не более 170 пациентов в день, то теперь получить стоматологические услуги смогут более 350 человек в день. Главный врач поликлиники Геннадий Курятников провел для гостей небольшую экскурсию. То есть аппарат просто один, вставляется, выбирает сумму, делается и все. И тут же изображение появляется на компьютере. Раньше в этом помещении на улице Строительной располагался центр занятости населения, который теперь тоже получил новую прописку. Это локация видновской стоматологии, совместный проект администрации округа и Министерства здравоохранения Московской области. Было выделено здание, соответственно, поставлена задача за год нам это все сделать. Подрядчик отработал на все 100%. На все 100% поликлиника шикарная, выполнена по брендбуку, который утвержден у нас. Старое здание стоматологической поликлиники – бывший детский сад, построенный еще в 1959 году. Его площадь была вдвое меньше нынешней. Узкие коридоры, где пациенты ожидали приема, тесные кабинеты – теперь все это в прошлом. Вот наконец-то мы переезжаем. Люди рады большим коридорам, в первую очередь. Большая площадь, обустроена, все сделано для врачей и в первую очередь для пациентов. Докупаем оборудование. Врачи все квалифицированные приходят на эти же места и продолжаем работать, и наш пациент переходит с нами. Действительно, новые просторные площади открывают для врачей, а значит и для пациентов, новые возможности. И штат специалистов, который сейчас составляет 54 человека, в ближайшее время будет увеличен вдвое. У нас планируется много что нового технического, много что интересного. Это и стоматологический микроскоп операционный, это в перспективе общий наркоз, потому что прекрасно сделана централизованная вентиляция. Это и онкоскрининг, несколько аппаратов у нас закуплено. Это и компьютерный томограф, который будет стоять в рентген-кабинете, мы просто не успели перевести. А так мы готовы. Несмотря на праздничную атмосферу, у медиков сегодня обычный рабочий день. В настоящий момент к поликлинике прикреплено почти 180 тысяч человек. Отдыхать некогда. День, конечно, долгожданный. Давно ждали этого события. Наконец-то все это свершилось. Здание красивое, ремонт современный. Все нам, мне кажется, что я не одна такая, которому все очень понравится. Пока прием ведется в обоих зданиях, но в начале следующего года стоматологическая поликлиника переедет на новое место окончательно. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.